Как Новый год встретишь, так его и проведешь, гласит народная мудрость. Остается менее 2 недель до главного праздника конца года, а это значит, что многие начали покупать продукты для праздничного стола. Наша съемочная группа решила узнать, сколько готовы жители Твери потратить на сервировку стола и что планируют готовить на праздничный ужин. Большинство опрошенных жителей планируют провести праздники дома с семьей или друзьями. Это и понятно в сложившейся эпидемиологической ситуации. Лучше поберечь свое здоровье, особенно в праздники. А на главный вопрос, чем будут угощаться в новогоднюю ночь, традиционно список возглавляют различные салаты, бутерброды с икрой и мясные блюда. Салаты, ну, селедка под шубой, холодец. Что традиционно присутствует на вашем новогоднем столе? Ну, как всегда, салаты, оливье, селедка под шубой. Традиционные, может, салаты будете готовить? Нет, нет, нет. Я хоть умею, но это, знаете, возиться в дом устанешь. Нет, нет, я все закажу себе. Там девчонки, наверное, что-то будут готовить, но в большинстве случаев, наверное, что-то купим, потому что нет времени, очень много работы. А какие традиционные салаты будут? Ну, конечно же, там оливье, там селедка под шубой стандартная, там какие-то сухариками они делают с кукурузой, что-то такое. Ну и мясо, соответственно, с картошкой. Ну, традиционно. Оливье, крабовый салатик, бутерброды, конечно, с красной рыбкой. Почти то же самое, только побольше морепродуктов. К слову, в этом году стоимость традиционных новогодних салатов увеличилась. Подорожал каждый ингредиент. Так, оливье на 4 порции в этом году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в прошлом. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше на 25%, чем в 2020 году. Максимально выросла цена на картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез. Судя по опросу, касательно суммы, которую не жаль потратить на новогодний стол, мнения разделились. Однако скупиться на праздничное угощение жители Твери не планируют. Сейчас сколько готовы потратить на новогодний стол? Наверное, 1005 в пределах. Цены же выросли, соответственно, мы потратим больше денег в этом году. Это однозначно. Сумму примерно сказать не могу, но примерно столько же, как и в прошлом году. Да можно уж потратиться. Я не буду смотреть на цены. Я закажу, что себе вот понравится. Ну, думаю, 1005 обойдется мне. Несмотря на все траты, Новый год остается одним из самых любимых праздников как среди взрослых, так и детей. Атмосфера, царящая в эти дни в домах и на улицах, поднимает настроение и даже в самые тяжелые времена дарит позитив, добро и надежду.